В Алтайском крае из-за жары участились случаи инфарктов и инсультов. Об этом накануне рассказали на пресс-конференции в Минздраве края. Врачи рассказали, ежедневно в июне на скорой помощи в Алтайский кардиологический диспансер доставляют до 20 пациентов. За месяц 600 человек. В целом же только за первый месяц лета в больнице и поликлинике края обратилось больше 10 тысяч человек с сердечной недостаточностью. Есть случаи летального исхода. Из-за жары на больничные койки прежде всего попадают дети и пожилые люди, в том числе сердечники и дачники. Последние, отмечают кардиологи, зачастую сами доводят себя до инфаркта. На приусадебных участках трудятся, что называется, до седьмого пота, а летом это категорически запрещено. С 11 до 4-5 часов находиться в помещениях или кондиционируемых, или хорошо проветриваемых помещениях. Ни в коем случае, естественно, да, даже в теньке, как некоторые садоводы, ну, мы в теньке там работаем, да, то есть никакой физической, должна быть ограничена физическая нагрузка. Помимо сердечно-сосудистых, в теплую погоду обостряется ряд других заболеваний – органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, системы кровообращения и щитовидной железы. Медики настоятельно рекомендуют отказаться в жару от жирной пищи, есть больше овощей и фруктов и пить до 3 литров в сутки прохладной воды. Врачи советуют также носить головной убор и дышащую одежду из натуральных материалов.